Александра Зайцева, волонтер приюта «Счастливый друг», приехала на выставку «Хочу домой» из Путилково со своими четвероногими друзьями, братьями Марсиком и Кирюшей и игривой Кристи. Мальчикам год и 8 месяцев, они очень ласковые и любят, когда их гладят и чешут. Девочке год и 2, она обожает бегать. Александра мечтает найти для нее спортивную семью. Тяжело, конечно, собакам в приюте, поэтому в любом приюте, какой бы он хороший ни был, поэтому желательно найти любящие семьи, потому что у них должен быть один хозяин, собаки очень социальные. Прежде чем отдать собаку из приюта, с потенциальными хозяевами долго беседуют, приглашают на совместные прогулки. Но если появляются сомнения, волонтеры делают паузу, чтобы желающие обзавестись питомцем еще раз обдумали свое решение. Поскольку животное – это не игрушка, которую нельзя сначала взять, а потом вернуть обратно. Животное отдается по договору ответственного содержания, а это значит, что его судьбу еще какое-то время будут отслеживать волонтеры. Животных в приютах немало, но не у каждого есть возможность выбраться туда. А вот посетить выставку в центре города в выходной день могут многие. Подобные мероприятия проводятся регулярно в разных городах Подмосковья. В этот раз в Одинцово приехали 75 четвероногих. Обрели хозяев 4 кошки и столько же собак. Они будут жить в Треугорке, на Власихе и Баковке в молодых семьях с детьми. Осенью у нас уже есть постоянная дата 7 октября. Это Международный день защиты животных. Вот к 7 октябрю мы всегда планируем большие фестивали, приезжают животные из приютов Одинцово, Химки, Долгопрудный, Красногорск, Подольск, Чехов. Были у нас животные из Калуги. Но чтобы обзавестись домашним животным, не обязательно ждать следующей выставки. Можно приехать в приют самостоятельно и забрать оттуда понравившегося питомца, который наверняка станет самым преданным другом. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».